Любители компьютерных игр и виртуальной реальности из Советского и Югорска померились игровыми навыками. Казалось бы, детское развлечение в действительности развивает стратегическое мышление и командное взаимодействие. В турнире приняли участие около 80 игроков разного возраста. По регламенту турнира участники выявили сильнейших в двух игровых дисциплинах – футбольном симуляторе FIFA на консоли и командной Dota 2. Последняя сейчас одна из самых популярных компьютерных игр. Киберспорт уже давно вышел за рамки компьютерных игр, поэтому отношение к нему неуклонно меняется в лучшую сторону. Просиживая тысячи часов за компьютером, геймеры развивают стратегическое мышление и командное взаимодействие. Мы с командой много тренировались, готовились, придумали разные тактики, думали, как тактики какие-то наоборот побеждать. И просто мотивация хорошая сегодня. Как минимум развлечение для всех. В будущее идем. Развивается тактика, нужно продумывать же это все там. Мозгами немного шевелить тоже нужно.